Итак, здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Я сейчас нахожусь на Евромайдане. Евромайдане тут, значит, ситуация, которая происходит здесь, очень похожа на новый экономический проект, который я сейчас хочу представить. Называется «Три неудачника». Ссылка под роликом будет, все как обычно. Короче, 10 человек скидываются деньгами и проигрывают, из них только трое. Трое проигрывают, остальные в плюсе. Соответственно, вклады практически любые, 5, 10, 20, 50, 100, 300 долларов. Вкладываете на неделю, через неделю получаете 140%. Крайне выгодно. Вот, у нас здесь та же самая ситуация происходит. То есть все вступают, кто-то проебывается, кому-то выгодно. Короче, ссылка под роликом. И, рискните, рискните. Здесь все хотят.